Кому-то пизза будет. Мелифей, девочки, слоеное тесто. Астрахан это что такое? Ну, Астрахан же не по-русски понятно. Блин. Астрахан. Астрахань, город есть. Как это Астрахан? Хорошо, а откуда идет это? По-русски что имеет? А не знаю. А тогда знаю. Блин. Хан это хан, блин. Хан это хан. Астра. Цветочек есть такой, Астра. Астра. Хан Астр. Может, это не Астра был, блин, какой-нибудь остров. Или Зороастра. А, понятно. Какой-нибудь. Допустим, Адлер. Адлер. Адлер, город. Город. Сочи, а рядом. Адлер был раньше, потом Адлер стал. Никакое Адлер. Отношение Адлера нет. Ладно, девочки, я себе сделала. Сейчас остынет. Это надо убрать. Остынет. О, какие хорошие. Смотри, а почему не все так хорошо поднялись? Ну, вот это, наверное, оставлю. Но Наполеон буду делать, девочки, я. Наполеон. А муж говорит, а я буду делать Иван Грозный. Иван Грозный. А я буду делать Наполеон. А муж делает себе Иван Грозный. Вот, видите, у нас какие разные вкусы. Вот, девочки, а вот наша боза. Я говорю, так это брашка. Испокон веков. Муж говорит, самогон можно гнать. Я говорю, ну да, будет очень богато. Пшеничный-то. Это, говорит, чей бурашка? Я говорю, нет, это просто брашка. А он говорит, это чей бурашка? Нет, говорю. Чей это? Ой, оказывается, я ничего не снимала. Муж делает пицца. Пицца делает. Говорит Астрахань. Астрахан. Что ты говорил Астрахан? Надо посмотреть, не знаю, Астрахан, откуда идет такое название. Это же Алтын-Орда там. А, Золотой век когда был. Золотой Орда был. Золотая Орда. В общем, девочки, я буду делать себе Наполеон. Вот это вот оставлю для посыпки. А муж делает себе... Иван Грозный. Иван Грозный пизза будет у него. А у меня будет паста Наполеон. А еще у нас, девочки, есть вот боза. Ну, девочки, это конкретная брашка. Муж говорит, чьи бурашка? Не, девочки, конкретно. Можно, говорит, гнать. Очень богатая будет пшеничная. Бугур, это же пшеница. Да? Девочки, очень вкусно, настоящая прям боза. Смотрите, сколько там пузырей. Вот эта баночка, она вышла из-под контроля и вылилась прямо. Из крышки вышла. Больше ничего не посыпешь туда? Помидор. Бедняк. Потом уже. А мне нужно варить пудинг. Ну, наверное, добавлю муку, сахар, молоко. Масло не буду бутербродное добавлять. И так тесто слоеное. И потом придавлю, помажу, придавлю, помажу. А вот этот вот очень шикарно поднялся. Я посыплю сверху. И будет Наполеон у меня, девочки. А у мужа будет Иван Грозный. А что ж так это шумит там? Конкретно, девочки, дрожжевой, прям такой настоящий, как у бозы положено. Вот это дрожжевой такой. Конкретно, девочки, уже градусы пошли. Угу. Градусы, девочки, уже даже голова закружилась у меня от градусов бозы. В общем, продолжаем. Астраханское ханство, девочки. Хажитархан, хан Лыгы. Татарское государство, возникшее в результате распада Золотой Орды и существовавшее
в 16 веке в Нижнем Поволжье. Столица города Хаджитархан, Аждархан, располагался на правом берегу Волги. Девочки, мой дед с Волги, а не в Сибири. Деда, моего деда по отцовской линии, родители, вот Татьяна, его мама, в честь нее меня и назвал дед, в честь своей матери. Вот, они из Волги, из Поволжья, с какого-то, не знаю, верхнее, нижнее какое там. В общем, они на реке Волга где-то, на каком-то берегу жили. Потом что-то там, колобалык какой-то начался, и они перебазировались в Сибири, прямо к Байкалу. Дед, дед-то. Короче, а вот потом это... дед там и родился, на Байкале где-то. Вот это Астрахан? Астрахан. У него был машина Opel Astra. Да иди, не нужны мне. Ага, Opel Astra у него была. Вот, это в 12 километров от современной Астрахани. Астрахан. Великое татарское торжище. Городище. Шаренный бугор. Чуть подальше там Виктрахан. Да ладно, ой. В 14-м... Да. Хаджитархан, столица. Официальный язык старо-татарский. Девочки, и вот, в общем, мои родственники там глубокие тоже оттуда, получается. Получается оттуда. Ногайская орда. Большая орда. Астраханское ханство. Каспийское море рядышком. Хаджи Тархан. Озеро Эльтон. Озеро Баскунчак. Озеро Сарпа. Кума, Терек, вот как раз озеро. Маджари. Маджары. Махмуд Первый хан. А последний Дервиш Али. Золотая ора. Орда, когда распалась, вот оттуда. Поняли, девочки? Так что, ну, я русская. Это, девочки, ну, вот говорю же, из песни слов не выбросишь. Это когда перепись, в Ташкенте же жили, Айденчик родился, и перепись населения там. Везде, везде вот эти пятна. После мужа кухню надо дравить, девочки. И это я вот историю своей жизни рассказываю, девочки. Пришли перепись населения. Дали анкету, говорит, заполняйте. Ну, естественно, я. Я говорю, у меня муж турок. Типа, он не гражданин. Ничего, говорит, все равно пишите. Вы же гражданка, вы должны указать своего мужа. Дети, типа, есть? Я говорю, ну, есть, вот только родился. Тоже. А там, говорит, все прям вот как по анкете, все отвечайте. А там, говорю, национальность. А какую национальность мне писать у сына? Национальность у сына какую писать? Муж турок, я русская. Они говорят, ну, а как, говорит, вашего сына зовут? Я говорю, Айдын. А в метриках написано Ойдин. Потому что в Узбекистане, ну, Ойдин есть имя. Вот. Муж стоит. Быстро, говорит, горит. Пизза, девочки, Иван Грозный. Это муж так придумал. А нет, еще не горит. Давай еще чуть-чуть. Это... Ну все, выключай тогда. Это нужно... Давай вот эту. Тепси давай. Что давай? Ой, не тепси, вот это давай. Оставь сейчас. Нет, нет. Горячо. Ой, вообще не бельмес, блин, по-русски ничего меня не понимает. Вот это вот возьми. Пусть там стоит, ничего не надо. А, ты не, так не хочешь? Ну все, а мне же нужна кухня. Ладно, пусть стынет тогда, да? Я потом буду делать пудинг. Я это уберу. Туда, в комнату уберу. По поводу Бозы, что могу сказать? Ну, во-первых, она у нас густовата, но
Вот если в Бозаджи вы пойдете, настоящая Бозаджи, которая в европейской части Стамбула расположена, Вефа. Локацию оставлю в комментариях. Вот настоящая вот у нас получилась. Она у нас зрела два дня. Зрела. Не просто стояла, а мы добавляли воду, сахар. В общем, все как положено. И, девочки, настоящая получилась. Можно еще также воду добавлять, если жидкую любите. Воду и сахар тоже обязательно. Девочки, настоящая буза. Я уже по второму стаканчику. И все-таки это градусы дают. Градусы, девочки, настоящая боза. Вот настоящая боза, она содержит от 4 до 6 градусов спирта. Не та, которая купленная в Биме, допустим. Там тоже есть спирт, но... В общем, девочки, делайте бозы сами. Во-первых, это полезно. Это же бугур. Можно добавлять и манку, и рис, и все, что хотите. Но основной ингредиент, конечно, будет булгур. Легко и просто. Просто по времени ждать придется. Все-таки дрожжи, они должны бродить. А потом просто водой сахарной разбавляете. Вот. Вот, девочки. Анна Джимка не понимает. Она очень любит бозу. Ну, в общем. Очень вкусно, девочки. Полезно. Дают даже маленьким ребятишкам. Прям настоящая. Прям, девочки, вот настоящий, как будто я вот в Бозаджи сижу и кушаю. Конкретная. Конкретная прям вот, смотрите. Леблеби я не люблю. Сверху леблеби надо. Я не люблю леблеби. Горох вот этот. И цвет, как в предыдущем влоге я вам сказала, цвет будет зависеть от ингредиентов. Если более желтые и красные ингредиенты в боза положите, фасоль, допустим, красную, то, естественно, и цвет будет у вас желтее. У нас здесь нету только рис и булгур. И булгур был такой, бледненький, поэтому оно у нас и бледненькое. Девочки, очень. И это как лиф действует на организм. Очень полезно. И это, можно сказать, и первое, и второе, и компот. Десерт. Девочки, надо закусывать. Ну, во всяком случае, мне. Я такой. Мне как что, сразу надо закусить. Я, девочки, закушу. Ваше здоровье. Что, ты не попробовала еще ничего? Нет, еще. А что? Вкусно же. Очень вкусно. Девочки, я всегда на позитиве. Девочки, сколько тут мне осталось. Надо быть на позитиве. А тем более после такой боза с градусами. Помните, были мандарины с градусами, а сегодня у меня боза с градусами. Прическа шикмадейровская. Я очень довольна прической. У меня душа сегодня позитивная. Душа позитивная. И вообще сегодня добрый человек. Это как мы что-то сегодня с мужем вспомнили. Это. Поедем, говорит, в Китай. Ну, говорит, имена надо же тоже подходящие. Вот. Я, говорит, буду Зуй. Заяц, говорит. А Вол говорит, а я буду Вуй.
А Харюк говорит, не, а я не поеду. Харюк говорит, я не поеду. Я говорю, вот, муж, мы тоже с тобой поедем. Ты будешь фуй, а я буду туй. А дети у нас будут старший ай, а младший ой. Ой, я тоже так это, до коликов в животе. Вот, вот так, девочки, живем. Чё, говорит, когда ты будешь своего Наполеона Ивановича делать? Муж спрашивает. Наполеон Ивановича ждет. Я говорю, ну, твоего Ивана Грозного уже, девочки, половина съели. Теперь буду делать Наполеон Иванович. Муж, правда, такой юморной. У него по настроению, когда у него что-то такое, как что-то скажет. Ой, мы угораем, стоим. Ну, я с мужем. Дети, не, наши шутки не всегда понимают. Потому что все-таки они молодые. В общем, мы с мужем... Ну, не всегда, девочки, не-а. Вот когда у него настроение хорошее, когда его никто не докучает, тогда на одной ноге мы с ним. Волна у нас идет. Значит, что я сделала? Вот эта крошка пойдет на посыпание. Я брала вот так вот. Сюда клала и давила. И все лишнее собрала. Вот. Вот эти крошки все пойдут на посыпание. Сейчас мешочек высыплю. Еще хорошенько мелко-мелко измельчу. Это посыпка будет. Вот это основа. Не знаю, высокий же будет. Вот такой будет. Прям вот на этом противне буду делать. И у меня есть крем-шанти. Девочки, я не буду пудинг варить. Я буду крем-шанти использовать. В общем, приступим. Девочки, у меня осталось два. Отдельно я сделаю. Потому что очень высокий будет. Упадет. Здесь у меня сколько? Если было 6... 4, что ли, слоя. Я тоником слегка промочила. Потому что они же сухие пласты теста. И вот так вот буду посыпать. Смазала крем-шанти. Ну, если до утра достоится, то будет шикарно мягенько. Если нет, то значит будет сухой. В общем, нужно посыпать со всех краев. Я хочу посыпать. Один готов. Ну, неплохо, девочки, вот, с расчетом, что моя рука вот такая. В общем, пойдет. Да? Вкуснятина. Главное, чтобы вкусно было. А здесь я хочу еще кокосовую стружку посыпать. Все то же самое, только кокосовая стружка вот еще. Вот. И вот это вот сюда придавить. Чуть-чуть нужно тоника. Слегка тоник. Промокнуть. У нас, девочки, наши стамбульские, махалинские мачо пришли, разговаривают там на бахче. Аж на 6 штук. Разного цвета. А Белянка сидит на них, это смотрит. Смотрит. Они сидят. Общаются. Не знаю, слышно вам, нет? Вроде временами доносится. И у нас девчушки, тромбонистки тоже, соседки. Концерт сегодня репетируют они. И вот так, девочки, нужно все хорошенечко, хорошенечко. Я сейчас все смажу вот это. Давайте двумя руками здесь остатки. И по бокам тоже. И крошка у меня еще есть, и кокосовая стружка тоже есть.
У нас, девочки, такая вкусная похлебка. В общем, чечевица, овощи, картошка, сбор овощей, там всевозможные. И наши пельмени. Очень вкусно. Приятного аппетита. Октай говорит, чорба супер получилась. Ага, говорит. Торчином корицы посыпала и сверху тоже добавила, типа снежок. Девочки, в общем, два получилось у меня. Ну, они должны пропитаться. В крайнем случае, этот можно съесть через час-два, а этот пусть стоит до утра. Как раз если вдруг Айденчик придет, ему тоже перепадет. Он вроде собирается уже это... Он уже не худеет, он уже толстеет. В общем, ему вес нужен сейчас. Он набирает вес. У него, в общем, все по плану так. Вот, девочки, какая красота. Наполеоны Ивановичи мои. Все. А у мужа уже все закончилось, можно сказать. Иван Грозный-то. Пицца. Это масло или порошки? Ладно. Девочки, как красота. Смотри, какая. Берете прям и кушаете. Корица. Это раствор, да? Ой, это раствор. А капак-то плохо закрытый, смотри. Это такой капак. Это раствор, девочки. Черный перец, корица. Без очков не вижу. Читайте. А это что? Бергамот. Бергамот. Тоже раствор, да? Это порошок. Порошок. Бергамот или это? Поставь сюда. Ой, сыпется, смотри. О, конкретно пахнет. О, прям такой насыщенный. Запашок. Его можно и в чай добавлять, да? Угу. А ты с этой целью тоже купил, да? Порошок бергамот. Только и с этой целью я купил. Девочки, ну-ка, запашок как? Ну, пока непонятно ничего. Может, больше я надо? А сколько не концентрат должен быть? Разберемся. А это жидкость черного порошка, черного перца и раствор корицы. Закрыто все, видите. А капак тудым-сюдым гуляет. Вот. Тудым-сюдым прям гуляет. Ну, закрыто. Ну, так не открышь. Вот ножичек на. Так и не открышь. Ну-ка я понюхаю. Нюхаю. А что капак-то грязный, смотри. Ну-ка, нюхаю я. Капаки все такие грязненькие. Что написано? О, пошел запах, я чувствую. Черный порошок прям. Это черный перец пошел. Я и так чувствую черный перец. Какой-то парфюмированный, что ли. А? Прям это конкретно черный перец. А корицу мне тоже интересно. А это настоящая корица или кассий? Это. Прям коричневая там внутри. Девочки. Ну-ка. Ага, корица пахнет. Такой тоже ярко выраженный запах. Так а ты что скажешь на это? Им понравится. А вот-вот, смотрите, девочки. А что-то не очень коричневый-то. Ой, какой вкусный. Прям, знаете, о, как вкусно. Когда на... Когда на это посыпаешь, на горячее корицу, прям вот такой запах, конкретный такой ядреный запах идет корицы. Как вкусно пахнет. Ой, прям почему-то кофе захотелось с корицей. Не знаю, что это такое. Или салеп. Салеп с корицей захотелось. Ага, салепа. Да, когда на салеп посыпаешь, ой, прям вот такой конкретный запах. А это что? Ага, прям порошок пахнет. Ой, этот черный перец.
ножик вытер об салфетку. Прям салфетка, запах. Девочки, ну, это прям термояден. Очень шикарный. Шикарный, девочки. Гюле-гюле кулан. Вот, девочки, можно ли поливать цветы раствором корицы? Польза для комнатных цветов. Достаточно раз в месяц сверху на почву в вазон, объем 1,5-2 литра, насыпать половинку чайной ложки порошка корицы. А далее поливать, как обычно, чтобы обезопасить комнатное растение от инфекционных и грибковых заболеваний. Девочки, поняли? Половина чайной ложки корицы на 2 литра теплой воды. Ингредиенты смешивают в банке и оставляют на сутки на солнце, после чего поливают вазоны, но чаще, чем 2 раза в месяц. Ну, не чаще. Вот, рекомендуют. Необходимо в воду для полива добавить корицу 1/2 чайной ложки на 2 литра воды. Вот, девочки, это полезно, оказывается. Корица широко используется садовником для защиты растений, в том числе рассады. Вот, девочки, я для этого купила раствор корицы. И вот, девочки, перец, раствор для растений. Для опрыскивания культур не только против тли, но и медянец, мелких гусениц и личинок вредителей применяют раствор на основе острого перца. Вот черный перец раствор. Для этого берут 1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов острого перца, заливают водой и выдерживают 2 суток. Ну, у меня уже все выдержано. Можно ли поливать перцем настоем травы? Важно не перекормить, чтобы не потерять урожай. Сейчас достаточно одной подкормки настоем сброженной травы или комплексным минеральным удобрением. Раз в неделю под корень. Вот, девочки. Вот, девочки, поняли? Я буду делать. У нас вот только сейчас перестали стучать. До этого с двух сторон перфорировали соседи. Один все шкафы собирает. Мебель же купил. Чего уж он там собирает? Ну, муж предложил помощь, он не хочет. Не хочет к себе домой пускать. Ходит только за консультацией. За отвертками и шуруповертом, чтобы быстрее собрать мебель. А другая на кухне делает ремонт. Зато, девочки, собрались все дом ломать. Сейчас это мебель купил, собирает, а это ремонт делает на кухне. Зато люди собрались дом ломать. Мы 2 года назад, девочки, мы же 2 года назад купили квартиру. У нас все ходили, спрашивали. Зачем вы такой ремонт делаете? Мы тут дом собрались ломать, а вы типа ремонт делаете. Прошло... Не прошло и года, девочки. Прошло 2 года. Человек купил мебель новую, собирает. Не знаю, что там, как там мебель. А это кухню делает ремонт. 465-е место, говорит, твое. Ну ладно, хоть и на этом спасибо. Сижу тут, щелкаю, тыкаю. Короче, соседка ремонт на кухне затеяла. Каждый день, девочки, с 10 утра и вот до темноты. Ну, не с периодическим, там, с периодами. Блин, то там. В общем, девочки делают. Люди, ремонты. А, вот. Не знаю, слышно вам, нет? Сейчас, видать, тоже еще там что-то подкручивает. Зато люди дом собрались ломать. Так и не захотят потом дом ломать-то. Я думала, может, после тех наш будут. Нет, муж говорит, это разные у нас. У нас не та фирма. Застройщик не тот. В общем, не знаю. Когда наш дом будут ломать? Типа занимается, говорит. Я говорю, ага, занимается.